В Актобе чиновники задолжали воспитателям детских садов 70 миллионов тенге. По их словам, задолженность появилась из-за того, что не рассчитали бюджет. За последние 3 года в городе построили и ввели в эксплуатацию 12 новых школ, которые не учли при формировании бюджета. С 14 числа уже начали выплачивать заработные платы и детским садам, который размещен государственный заказ, и государственным детским садам частично. До конца недели рассчитываем, планируем расплатиться со всеми долгами и выдать заработную плату во всех дошкольных детских учреждениях. По некоторым данным, общая задолженность перед педагогами школ и детских садов – 2 миллиарда тенге. Чтобы погасить ее, местные власти выделили городу из областного бюджета 1 миллиард тенге. И еще 1 миллиард тенге взяли из городского бюджета. На днях педагогам выплатили зарплату за октябрь. Но чем будут платить в следующем месяце, еще не знают.